Сегодня многим автомобилистам пришлось выезжать на работу заранее, чтобы не опоздать. Однако ситуацию на дорогах это не разрешило. Привычный путь стал длиннее в разы. Причина тому – пробки. Какие улицы сейчас лучше объезжать, узнала Фрида Ишмуратова. Сейчас она находится на улице Дементьева. Фрида, доброе утро. Как там сейчас на дорогах? Здравствуйте, Айгуль. Сегодня всю ночь в Казани шел снег. Из-за снегопада на дорогах образовались пробки. Машины не могут разъехаться. Количество ДТП увеличилось в разы. На данный момент мы находимся на улице Дементьева. Здесь также затруднено движение. Люди торопятся на работу, учебу. Водители нервничают. Сегодня, да, стою в пробке. Очень давно. Везде пробка. Все дороги пробка. Ленинская дамба пробка. Одилкты пробка. Все дороги пробка. А потом водитель виноват. Очень давно. Из-за снегопада образовались большие пробки. ГИБДД делает все возможное, а именно увеличило количество сотрудников на дорогах. ГИБДД рекомендует сегодня автовладельцам оставить железного коня дома. Если это не удалось, то соблюдать скоростной режим, дистанцию. Сегодня с утра движение было затруднено на улицах Мавлютова, Читаева, проспект Ямашева, Кировская, Ленинская, дамба Булак. Средняя скорость движения была 5 км в час. Айгуль. Спасибо, Фарида. Это была Фарида Ишмуратова с рассказом о ситуации на дорогах. И в продолжении темы последние данные о том, какие улицы лучше объезжать, мы узнали у сотрудников городского ГАИ. В связи с изменением погодных условий на дорогах города наблюдается сильный гололед. В пишущую часть ГИБДД поступает большое количество заявок о дорожно-транспортных происшествиях. Так, сегодня с 8 часов от дежурной части поступило около 60 заявок о ДТП. Кроме этого, на данный момент не работает светофор на верхней перекрестке улиц проспект Победы Фучика. Движение регулирует инспектор ДПС. На ближайших улицах возможно затруднено движение. Будьте предельно внимательны к этапу данного участка, а по возможности выбирайте объездные пути. Автоинспекция в Казани рекомендует водителям без особой необходимости не садиться за руль и воздержаться от поездок за город.